Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной армией и Вермахтом при поддержке армии стран ОСИ. Битва проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Сталинградская битва проходила в несколько этапов. Первый этап – Сталинградская стратегическая оборонительная операция – продолжался с 17 июля до 18 ноября 1942 года. Советские войска дали решительный отпор врагу, тем самым разрушив планы немецко-фашистского командования о разгроме советских войск на юге страны. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жесткие. Сдача города приравнивалась тогда не только к военному, но и к идеологическому поражению. Через 4 месяца обороны армия Советского Союза перешла в контрнаступление под Сталинградом. Второй этап битвы – Сталинградская наступительная операция. Начался 19 ноября 1942 года. Свой вклад в Сталинградскую битву внес Казанский государственный университет. Всего от Казанского вуза приняло участие в битве 18 человек. Это студенты и преподаватели. Из общего числа участников битвы с победы в Казань вернулось 11 человек, а 7 пали смертью храбрых, совершив множество героических подвигов. Так, например, Гани Хамитов, ассистент кафедры экспериментальной физики, совершил подвиг в октябре 1942 года. В ходе одного из боев Гани Хамитов вызвал огонь на себя, тем самым уничтожив большое количество вражеской техники и вражеских солдат. Впоследствии он был награжден орденом Красной Звезды. Также нельзя не отметить работу студенческого поискового отряда «Снежный десант». Одно из студенческих движений, которое хранило память о Великой Отечественной войне в университете, это, несомненно, был «Снежный десант» Казанского университета. Существовало огромное количество снежных десантов. Вот один из них – это «Снежный десант» историко-филологического факультета. Они начали свои походы еще в 1970-х годах по местам боев дивизий, которые были сформированы в Татарии в годы Великой Отечественной войны. И вот одна из дивизий, которая была сформирована у нас здесь, в республике, она принимала участие в боях под Сталинградом. «Уран» – именно такое кодовое слово было присвоено наступательной операции на Сталинградском направлении. С 19 по 20 ноября 1942 года советские войска осуществили прорыв на обоих флангах на Дону и южнее Сталинграда и начали охват немецкой армии. Немецкое командование не ожидало такого масштабного наступления, и все попытки противника помешать окружению оказались недействительными. После 80-минутной артиллерийской подготовки и залпов реактивных установок «Катюша» начались кровопролитные бои. Немецкие солдаты пытались переградить путь, организовывая контрнаступление, но оно не было удачным. Введенная танковая армия положила конец этой затее. По окончании наступления были полностью уничтожены 2 немецкие армии, разгромленные румынские союзники немцев и 1 итальянская часть. Потери Верхмата достигли 800 тысяч человек. Советская сторона потеряла более 480 тысяч человек. Это наступление показало всему миру отменное мастерство советской армии. 2 февраля 1943 года стало датой окончания Сталинградской битвы. Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.